Дело в том, что азербайджанский народ очень толерантный народ. Это идет издревле, это генетически в нашем народе записано, потому что на протяжении всей истории человечества на территории Азербайджана всегда сходилось множество путей. Это и шелковый путь с запада на восток, и с востока на запад. Это и с севера на юг, в Персию пути. И здесь всегда проживало множество народностей, множество этнических групп, может быть, даже и очень маленьких, но они жили и полноценно участвовали в жизни своей страны, своего государства, этой земли, где они проживали. Азербайджанский народ не разделяет себя на национальность или на вероисповедание. Мы все дети одной земли, мы все граждане одного государства. Если плохо мусульманам, то плохо будет и христианам, и иудеям, и католикам, всем. И то, что последние годы, особенно вот во время последней вот нашей войны, хотят представить некие силы эту войну антихристианской, то это глупо. Азербайджан живет в соседстве и с Грузией. Грузия – православная страна. Азербайджан живет в добром соседстве и с Россией. Россия тоже в своем большинстве более христианская. Вот. В Азербайджане самом находятся христиане, и не только православные. Здесь и католики, здесь и пятидесятники, здесь и баптисты, здесь и иудеи. Дело в том, что памятники культуры, храмы, вот я не говорю про наши православные храмы, хотя могу и о них сказать. С помощью государства были отреставрированы храм Гянже, оказалась помощь. Были построены епархиальное управление и здание для кафедрального собора, подсобное, где помещение находится. Были отреставрированы в прошлом году, и вот сейчас еще идет реставрация, все три бакинских храма за счет государства по постановлению правительства и, конечно, по указанию президента. Более того, открываются новые храмы. В прошлом году до ковида мы открыли храм на территории Линкорани, там православное кладбище русское. И вот на этом кладбище был небольшой храмик построен, отреставрирован. Но сейчас, правда, к сожалению, из-за ковида там богослужение не совершается. Хотя священник регулярно посещает по возможности этот храм и окормляет паству свою. А то, что хотят представить армяне, якобы армянские памятники разрушаются. Ну, в Гянже, вот, например, храм армянский отреставрирован, стоит чистенький, нетронутый, ничего там, закрытый полностью. А в Баку, более того, что храм отремонтирован, армянский, бывший кафедральный собор, так там еще и находится библиотека рукописей, древних армянских рукописей, манускриптов их. И все это сохраняется, мы сохраняем их наследие. А то, что хотят представить некие силы, о том, что мы варвары, мы вандалы, ну, боже ж мой, а эти силы, что творили действительно в настоящих исторических памятниках? 10-9 век мечети превращались в коровники, разрушались. И на территории Армении все запущено, все полуразрушено. И на территории Карабаха, где 30 лет Карабах был захвачен сепаратистскими армянскими силами. Я вам скажу, в Шуше был храм Иоанна Крестителя, в честь пророка Иоанна Крестителя был храм. Он был православным. Армяне переделались, убрали купол православный, сделали свой купол, превратили его в армянский храм. На территории села Куропаткино тоже был православный храм. Да, в советское время он был недействующим, он был закрыт и все. Но сейчас там и крыши нету, стены поросли растительностью, посреди храма растут деревья. То есть вообще поруган и порушен он. Ханкенди был православный храм. Сейчас даже не знаю, что с ним стало, есть ли он еще, остался ли он, или его тоже превратили в армянский храм. То есть вот минимум три храма, которые пострадали за эти 30 лет. Как минимум три храма православная церковь понесла вот такой, грубо говоря, ущерб. И, конечно же, это глупо говорить о том, что Азербайджан относится к христианским святыням с вандализмом. Это полная чушь. Я думаю, что это просто враги азербайджанского народа хотят так
очернить Азербайджан в глазах всей мировой общественности. Конечно, в планах все это имеется, но дело в том, что это дело не одного года, потому что, во-первых, там огромная работа для саперов, все огромные минные поля на территории, практически весь Карабах сплошное минное поле, и нужно саперам поработать. Потом, наверное, будут какие-то собираться экспертные комиссии, куда войдут и архитекторы, куда войдут строители, куда войдут историки, и, конечно же, будут оценивать ущерб. Конечно, в планах есть восстановление этих церквей, вот церковь Иоанна Крестителя, церковь, которая в Ханкенды была. Может быть, там не будет постоянного священника, а будет периодичность богослужений, то есть раз в месяц или раз в две недели будут посещать священники. Но, конечно же, это православные храмы, и они когда-то принадлежали Русской Православной Церкви, и, надеюсь, со временем государство и президент, конечно, вернут их нам. Да и я уверен в этом, потому что политика президента направлена на мультикультурализм и с равным уважением и с равным корректностью, политкорректностью. Президент всегда относится и к христианской общине православной, и к католической. По поводу православных христиан могу сказать цифру, но есть еще и пятидесятники, есть католики, есть молокане, есть грузинская община. А, значит, христиан православных порядка 120-130 тысяч на территории Азербайджана. Здесь и русские, и грузины, и белорусы, и украинцы, и молдаване, азербайджанцы есть тоже, да. То есть порядка 130 тысяч. Это именно православных. Ну, а христиан, конечно, гораздо больше, намного больше. В общем, в процентном отношении, насколько я знаю, у нас 5% христианского населения в Азербайджане. Но я говорю, туда входит и иудинская община, и молокане, и другие христианские направления, не только православные.